Всем привет, 7 мая и очередной матч Мелбет первой лиги. Готовы мы вам представить. График опережает мой спич. Родина Уфа, Москва. Стадион Академии Спартака имени Федора Черенкова. Зябко в столице, честно говоря. Надеюсь на то, что команды нас сегодня горячим футболом порадуют. Ждем свистка от Бобровского. И начало матча, соответственно. Да, поехали. Да, поехали. Отметим, что ни одного изменения в составе у московской Родины в сравнении с прошлым туром. 9-я позиция, да, ты прав, у Родины. Но до тура была 8-я. И у Родины все шансы в случае победы сегодня подняться. Удар сразу. Хамхоев не прыгает. Либо видел, либо не успевал отреагировать. Калмыков пробивал в дальний угол. Ни в РПЛ, ни в МЛБ. Первой лиги Хамхоев. Гордюшенко, ошибка такая. И Гордюшенко с левой прострел. Забивать! Калмыков, первый мяч в 2023-м. Амур Калмыков, 8 матчей без забитых мячей. Все сделал. Снова плеймейкер номер 1 Родины. Вспоминаем и игру с махачкалинским «Динамо», там, где тоже поймали соперника на ошибке. Родина прессингует, Родина действует активно на чужой половине. И все это приводит вот к таким эпизодам. Да, в ноябре в лютый холод комментировал здесь матч против Велеса. Его тоже очень похожий гол, и тоже забил Калмыков. Все-таки гол пришел после ошибки Хамхоева. То есть, собственно говоря, личные усилия нападающих. Калмыков! Калмыков забивать второй был обязан, а? Ну и как было красиво разыграно. Это уже была такая работа самостоятельная. Тимошенко, Султонов и закидушечка мягкая, волшебная на Гордюшенко. Ну такая связка-то вполне сыгранная в центре поля. И здесь все чисто. Камышев, Султонов, лежит футболист Уфы. Удар! И 2-0 Гордюшенко! Нет. Офсайд. Нет. Да. Давайте успокаиваться. Борьба за выживание. Все это, конечно, является ярчайшей характеристикой и даже необходимостью вот этой борьбы, которая иногда перехлестывает. Нет, по поводу падения футболиста Родины в штрафной. Султонов, смещение. Ой-ой-ой! Мухаммад Султонов! Это Су-22 или Су-7, точнее сейчас, если говорить о номере. Султонов блестяще стартовал за Родину, придя из Торпедо, где не получилось в премьер-лиге ни у Калмыкова, ни у Султонова. Сразу отдал, сразу забил. Отдал Шинником, забил и отдал с Арсеналом. Но вот после этого не забивал больше. И сегодня очень важный гол. Султонов отдал голевую здесь, в том самом матче, который мы вспоминали уже не раз. Другим футболистам в атаке себя попробовать. Я думаю, что... Но вместо кого? Так, пенальти, а вот пенальти ставит Бобровский. Никитина сбиваешь, 65-я минута, и замена пока не будет. Замены, смотрим сейчас. Рывок штрафной и Плиев. Ну да, я согласен, тут абсолютно спорить не с чем. И даже футболисты Родины, особо Евсеев или Сангаре. Движение по ленточке. Удар нет, тут без шансов. 1-2. Забивает Уфа, забивает Алексей Евсеев и с мячом к центру поля. Не повлиял, и сейчас Ортис нет, еще нет, больше. Карп остается, он просто получает. Ортис выходит вместо Ушахина, вот это интересно. Ортис, Касентура, вынос, все! Бобровский свистит и роняет бутылку, кидает, швыряет об землю, об газон. Дмитрий Парфенов, она вылетает на поле, но это уже после матча. 2-1, поздравляем Родину, Мелбет. Первая лига, шикарный матч здесь, на стадионе Академии Спартака.